160-летию со дня рождения великого русского писателя Антона Павловича Чехова подмосковные библиотеки подготовили для посетителей несколько сотен мероприятий. Одно из самых ярких состоится в Одинцовском округе в Звенигородской городской библиотеке. Акция «Чехов и Звенигород» пройдет по местам, которые начинающий писатель Антоша Чеханте упоминал в своих произведениях. Так называемому звенигородскому циклу относят рассказы «Мертвое тело», «В суде», «На вскрытии» и «Сирена».